Привет, народ! Давно не было рубрики «Делимся опытом». Итак, опять делимся опытом. У нас появился опыт использования вот этих калош. Это калоши C4-400. На мой взгляд, это на сегодняшний день одна из самых интересных калош вообще на рынке. Но в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. А именно, лопасть с обратной стороны крепится вот таким креплением. Вот таким. При помощи вот такого самореза. И спустя какое-то время она начинает оставлять вот такой след на лопасти. И причем этот след достаточно глубокий. Поэтому дабы избежать таких последствий, во-первых, я советую поставить сюда такую силиконовую прокладку. Свои ласты я уже поставил, и это дает позитивный результат. Это выглядит потом вот так. И время от времени откручивать это место и убирать оттуда песок. Все. Всем хорошего дня. Пока.